свой профессиональный праздник сотрудники инспектората полиции Таракли на несколько часов смогли отвлечься от работы и побыть, как простые обыватели, зрителями концерта. Оперативники, инспектора, работники дежурной части – все те, кто каждый день охраняет спокойствие и безопасность района. В этот день принимали заслуженные поздравления и слова благодарности. Уважаемые ветераны, господа офицеры, дамы и господа, разрешите мне предоставить мои личные поздравления с этим прекрасным днем, с Днем полиции, пожелать вам много лет жизни, здоровья и всех благ. Даже в праздник многие полицейские остаются на посту, ведь их служба является круглосуточной и опасной. Минуты молчания почтили память сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. И прошу всех присутствующих почтить память минуты молчания. Их подвиг – яркий пример высокого мужества, отваги, преданности, избранной профессии и любви к Родине. Наша напряженная работа дает свои результаты. Растет раскрываемость преступлений, снижается уровень преступности. Принимаются меры по предупреждению и профилактике правонарушений. Безупречное исполнение служебного долга, преданность избранной профессии, умение грамотно и оперативно действовать в самые сложные обстановки. Все эти качества присущи многим нашим защитникам правопорядка. Сотрудники полиции, кому присущи эти качества, были награждены в знак признательности за достигнутые успехи значками МВД, дипломами и денежными премиями. По приказу начальника инспектората полиции были присвоены и специальные звания капитана и старшего лейтенанта. Старшего лейтенанта полиции Захарова Василия Васильевича. В день 24-й годовщины образования молдавской полиции поздравления звучали не только от уст начальства инспектората, но и от администрации района, которая с добрыми пожеланиями преподнесла в подарок компьютер. Сельскохозяйственное предприятие «Агроглет» выделило на празднование Дня полиции 5000 лей. Ну а чествование правоохранительных органов продолжилось концертной программой.